Один из подписчиков мне посоветовал поиграть в Blox Fruits. Если этот шорт наберет 1000 лайков за один день, то я этому подписчику задоначу 100 робоксов. Мне надо было определиться, за кого я буду играть, за пирата или за морпеха. В этом месте я сразу вспомнил фильм «Пираты Карибского моря». Ну и, конечно, выбрал сторону пирата. Когда только я зашел в игру, я посмотрел, что у меня уже 11 уровень. Я вспомнил, что я уже когда-то снимал эту игру. Пока я сидел и выбирал, за какую сторону мне пойти, какие-то неизвестные цыгане украли мою кофту и штаны. После небольшой разминочки кулачками и мечом, я быстренько пошел к NPC, который стоял рядом со мной. Этот парень попросил меня убить 5 бандитов. За этих 5 бандитов я получил 350 долларов. Пересмотрев миллион магазинов на первой локации, я встретил магазин с фруктами. Так как эта игра называется Blox Fruits, мне кажется, что это самые главные предметы в игре. И я загорелся купить самый первый предмет, который называется Килё. Но посмотрев цену, я понял, что на этом острове я столько денег не нагребу. Поэтому я решил на лодке отправиться в другие поселки и грабить там других людей.